Мне в этом наряде нравится абсолютно все. Если вы маленькая, худенькая девочка, малышка, вы наконец приобретете для себя костюм, о котором мечтаете. Чем больше. Обидно. Приветушки. У меня вообще поменялись все планы. Я должна была ехать на маникюр, но все изменилось, и я оказалась случайным образом в лавине. И хочу кое-что посмотреть. Муж дал задание поискать ему куртку. Хочу себе посмотреть кое-что для путешествия. И если будет что-то интересное, я, естественно, обязательно вам все покажу. На мне сегодня лук обычный и простой. Возможно, покажу его дальше, но ничего интересного. Концентрации на этом, думаю, делать не обязательно. И отправляемся в магазин Мохито. Я люблю этот магазинчик. Тут очень интересная обувь, модные трендовые сумки часто попадаются. Давайте посмотрим, что есть. Вот, например, очень актуальное платье из вельвета. Стоит 1399 гривен. Очень красивого цвета пудры. Обратите на него внимание. Очень много курток стеганых, свитеров, интересных ботинок в Мохито. Правда, пуховики висят рядом с шифоновыми платьями. И вообще в магазине как-то все очень бестолково расставлено. Сложно сориентироваться, подобрать какие-то луки. Но вот очень неплохое платье. И даже в комплекте с вот этими ботинками это все смотрелось бы классно. Мне очень понравились вот эти ботинки с очень актуальным каблуком. Стоят они 1599 гривен. Модный носочек. Я люблю такие ботинки-чулки. Мне нравится, что они именно черного цвета. Очень секси. Я в магазине Мохито выбрала вот такой вот костюм в цвете марсала. Он в 32 размере, поэтому надежда, что он мне подойдет, есть. Пиджак стоит 1400 гривен и брюки 999. Платье под змеиный принт. К этому всему выбрала две пары обуви, ботиночки и туфли. Очень красивая сумка. 999. Знаете, в Мохито такая грязная примерочная. Мне вообще тут неприятно, честно говоря, находиться. Я хочу быстрее отсюда уйти. Но смотрите, какой интересный каблук у этих ботиночек. Это ботинки-чулки. Это тоже 100% полиэстер, но очень удобная колодка. Тоже ботинки из разряда «я буду в них ходить», а не «мы покупаем для того, чтобы оно просто стояло, потому что оно красивое». То есть это не импульсивная покупка будет для вашего кошелька и без ущерба, думаю, для вашего семейного бюджета, потому что очень хорошая цена – 1599 гривен. По моему мнению, это самые универсальные туфли. Да, это полиэстер, но мне очень нравится их декольте, то есть их вырез. И очень нравится, что у них устойчивый каблук. Если вы офисный работник, вам подойдут такие туфли. Если вы просто ходите на работу в коллектив, который требует дресс-кода, они тоже вам подойдут. Если вы обычная мама в декрете, то, пожалуйста, вот вам на любой праздник. 999 гривен, модное декольте, устойчивый каблук, удобный подъем. То есть это туфли, рабочая лошадка. Да-да-да. Не показала, что сегодня на мне? На мне сумка с предыдущего влога, которую вам показывала, рубашка, купленная на распродаже за 399 гривен, спортивные брюки из бежки и кроссы, которые тоже вам показывала ранее. Под это все я одела вот такие сумасшедшие нарядные серьги. И это абсолютно мой стиль, мне так удобно и комфортно. Мне в этом наряде нравится абсолютно все. Несмотря на то, что платье из полиэстера, оно в 32 размере, возможно, я бы даже взяла 34 размер. Ставила пояс длинным, я не завязывала его на бант, мне очень нравится, что он прям достает мне до щиколотки. Нравится этот цвет, нравится этот змеиный принт, особенно нравится сумка. 999 гривен, но... Отличное декольте на туфельках. Туфельки тоже из полиэстера, но они удобные, у них хороший подъем.
просто нравится все. Отлично сидит, хорошо подчеркивает талию. Никаких вопросов. Захотели, расстегнули пару пуговичек, и вот вам вырез. Отличный вариант. На работу, на день рождения, в гости, на встречу, куда угодно. Переодели низ на кроссовки, вот вам и городской вариант, не такой нарядный, спокойный. Тут уже ваша фантазия. Не написано, из чего именно выполнена сумочка, поэтому не могу вам, к сожалению, сказать, но понятно, что это полиэстер, какой-то, ну, мягкая сумка и достаточно качественно сделаны швы, поэтому если вам понравилось, забегайте в магазин Мохито, отличный вариант. Ну вот, когда это твое, это твое. Знаете, друзья, вообще не верю, что мне подошел костюм. На меня все костюмы всегда огромные. Это первый костюм, который на меня сел. Причем брюки сидят вообще идеально. Померила их с этими ботиночками. Очень здорово все смотрится. Если вы маленькая, худенькая девочка, малышка, вы наконец приобретете для себя костюм, о котором мечтаете в магазине Мохито. Потому что ничего и нигде на меня больше не садится. Идеальная посадка брюк, пиджака, все не расхлябанное и вместе с тем не очень сильно обтягивает фигуру. Очень нравится. Если вы ищете костюм на все случаи жизни в цвете марсал, не черный костюм, да, а что-то другое, то вы найдете его в магазине Мохито. Это очень красивый костюм, здесь 30% шерсти, все остальное полиэстер, но я очень вам его рекомендую, он идеально садится по плечам, брюки по посадке, брюки классной длины, они не очень длинные, не нужно будет мучиться, у меня маленький рост, я 1,64 м ростом, поэтому для меня найти костюм это, ну, трагичная история. А сегодня я прям счастлива, ведь я наконец-таки через много лет нашла свой костюм. А костюм — это супер универсальная вещь. Жакеты, брюки меняете, и у вас получается миллион разных образов. Мне нравится, что у него нет пуговиц, и он не застегивается. Подобрала к нему обычную такую белую футболку, которая была здесь в Мохито, 200 гривен она стоит, их тут куча. Она с надписью «Мне это не нравится», я ее прикрыла. Вообще, наверное, сюда выбрала бы что-то другое. Я сейчас стою в этом костюме, и мне жарко. Вот просто, ну, натурально жарко. Представляете, насколько он теплый? Очень красивый цвет. Я сегодня прям как чувствовала и накрасилась вишневой помадой. И такая вся в цвете марсала. Пойду гулять дальше. Если серьезно, девочки, я очень сильно рекомендую взять этот костюм. У него адекватная цена, классный пошив, супер-пупер посадка. Я не стилист, я всегда говорю это в каждом своем видео, поэтому с меня требовать чего-то ультрамодного, ну, не стоит. Но вместе с этими ботиночками, которые сделаны под замшу, с вот таким вот интересным каблучком, 1600 гривен они стоят, костюм смотрится прекрасно. Смотрите, вот вам надоели каблуки, да, вы хотите переодеться, одеваем этот костюм под кроссовки, и все выглядит вообще супер гармонично. Но, кстати, девчонки, хочу вам рассказать про эти кроссовки из бежки. Я, помните, вам их показывала. Они трутся друг о друга, и на подошве образуются вот такие вот черные следы. И я постоянно их оттираю. Это происходит только внутри. Вот видите, я прошлась, там вышла с машины до магазина, и происходит вот такая вот история. Это немножко обидно, и очень сложно их отмывать. Муж посоветовал мне делать это щеткой и зубной пастой, я вот еще не пробовала. Что я придумала, девчонки? Платье, которое я мерила, и сумка, с которой я пришла, и набросила наверх пиджак. Мне кажется, будет очень красиво. Как вам? Вот вам еще один новый комплектик.
взяла вот такой пиджачок померить. 999 гривен он стоит. 80% полиэстера, 13% чего-то натурального. Сейчас посмотрим поближе. Он у меня в 32-м. Знаете, пиджак не сел, так как предыдущий. Он странно ведет себя вот здесь на швах. Как-то странно вообще покроен. Он не затягивает, но мне не очень нравится. Я давно ищу вот такой вот пиджак в клетку, но пока ничего не нашла. В H&M видела много таких вариантов, думаю, стоит зайти померить. Дальше отправляемся в мою любимую Зарочку. Меня настолько привлекла эта витрина, посмотрите, какой красивый наряд. Блуза из сатина и черные брюки. Она так меня привлекла, что я прям замерла возле нее. Посмотрите, какая красотища. Выбрала джинсы бананы 32 размера. Не было раньше 32 размера моего, сейчас есть, и я очень сильно рада. Белую рубашку стоит 1200 гривен, и это 100% хлопок. Обратите внимание, как интересно сделан рукав. Рубашка напоминает мне рубаху Пьеро, честно говоря. Но я думаю, в комплекте с джинсами как-то все это угомонится. И еще одну рубашку. Выполнена она из 100% полиэстера, стоит 1200 гривен, но на вид это что-то напоминающее крепсатин или атлас. Мне кажется, очень женственно. Такие милые розы тоже с джинсами должно быть хорошо. Давайте примерим и посмотрим, что еще получится. Увидела очень романтичные розовые туфли, сделанные под питоны. Это 100% полиэстер, стоит 1600 гривен. Есть и 35, и 36, но я, честно говоря, не могу найти 35. Сейчас примерю для вас 36. Надеюсь, будет классно с белой рубашкой и с джинсами. Еще в Заре выставили новую модель казаков, стоит 3000 гривен, сделанный под питон, тоже обязательно буду мерить, потому что я свои пока не могу найти, все или широкое, или длинное, или короткое. Ну вот, может, эта модель мне подойдет. Девочки, такой красивый мог бы быть комплект, если бы джинсы не были настолько огромными. Даже в 32 размере они на меня очень большие. Обидно. Очень большие, но они очень красивые. А лодочки такие удобные. Я сейчас пойду просить 35 размер, потому что я прям стою как в тапочках. Вроде бы такой высокий каблук. Ну, даже в 36 мне удобно. Они тоже для узкой ножки, но и розовый цвет, и декольте, и каблук. Все очень красиво выполнено. Девочки, если вы повыше, то я очень рекомендую вам взять этот комплект вот так вот прям с рубашкой. Если вам, конечно, такое нравится, и вы смело оденете на себя бананы, потому что, ну, они огромные, даже в 32 размере, и очень сильно широкие и большие, и мне просто очень жалко, я так что-то такое хочу, и, видите, просто не могу найти. Классно смотрится все вместе. Очень сильно жаль. И знаете, и рубашка классно выглядит, и она очень приятная. И вроде бы по посадке джинсы хорошо сидят, но в ширине они слишком широкие. Я в этих джинсах скорее похожа на Аладдина, чем на модницу. Я не стилист, внимание. Поверите, но казаки 36 на 35. Это наконец-таки мой размер ноги. Они узкие, они классные высоты, то есть они не короткие, не длинные, очень удобные. И рубашки я готова поставить просто 12 баллов. Она очень женственно смотрится. И как-то сейчас смотрю, да, безусловно, джинсы огроменные, но вот если бы чуточку они были меньше, то это была бы моя идеальная рубашка в отпуск. И такой комплект с джинсами мне было бы очень удобно, комфортно, и с кроссовками, и с какими-то женственными босоножечками на тонких ремешках. Я бы чувствовала себя очень спокойно и удобно. Мне очень нравится эта рубашка. Можно вот так вот завязать ее на поясе, можно сделать рукав длинным и под какое-то платье комбинацию, и под джинсы. Это отличный вариант для города, для отпуска. Ненавязчиво, вместе с тем очень женственно. Можно одеть ее даже в какой-то ресторанчик или просто использовать для интересных фотографий.
Рубашка понравилась. А казакам просто можно поставить отличный балл, потому что очень удобные. Вот прям очень удобные. Пишите, как вам. Рубашки очень хороший оттенок, такой молочный. И вот даже с моей сумкой и с джинсами, видите, смотрится очень гармонично. То есть она подойдет ко многим вещам в моем гардеробе, и мне не нужно будет мучиться, с чем ее носить. Часто бывает такое, знаете, покупаешь вещи, потом ты не можешь найти к ним комплект, ты не понимаешь, с чем их носить. Поэтому сейчас я стала мерить вот так вот прям все тотально, что с чем будет сочетаться, что с чем я буду носить сразу, и так и покупаю, потому что потом сложно очень найти достойный вариант для того, чтобы правильно подобрать низ или верх. Рассказать интересную историю. Я вообще не по части шмоток, честно говоря. У нас за это всегда отвечала моя мама. Я очень спокойно отношусь к одежде, но когда я начала вести свой канал, я поняла, что вам интересна эта тема. И теперь я вот так вот схожу с ума в примерочных. И сейчас мне это настолько нравится. Я начала покупать намного больше вещей, чем покупала раньше. Да, действительно, это связано с тем, что я запустила свой канал. Но я поняла, что я хочу себя переодеть вот полностью. Я хочу поменять полностью свой гардероб, хочу чего-то другого, абсолютно не свойственного мне. Хочу других вещей, таких, которых я не носила раньше. Возможно, это будет экстремально, возможно, это будет не совсем мое, но я готова к экспериментам. И вместе с вами буду немного менять себя. И, возможно, вдохновлять на какие-то изменения вас.